Привет, друзья! США объяснили цель создания бомбардировщика B-21 Raider. Подробности раскрыл обозреватель американского издания 1945 Брент Иствуд. Вооруженные силы Китая растут не по дням, а по часам. Количество истребителей-невидимок увеличивается с каждым месяцем. Новые военные корабли производятся более высокими темпами. ВВС США хотят, чтобы B-21 прорвал китайскую противовоздушную оборону, запустил или сбросил боеприпасы и пробился обратно в США. Ранее обозреватель этого издания Себастьян Роблин писал, что российский истребитель поколения 4++ Су-35С способен обнаружить B-21 Raider, выполненный с использованием стелс-технологий. Презентация бомбардировщика B-21 Raider намечена на 2 декабря. Об этом будет ролик на канале. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.